Мы все приветствуем сегодня в этом чудесном зале под прекрасным руководством лучше, потому что наша ощущение от себя Тумарова и Сарай Махарадж. Сегодня, по его милости, будет небольшой концерт в начале нашей программы, который мы подготовили в честь приезда И, конечно же, для вас, дорогие друзья, мы очень рады всех видеть сегодня здесь. И мы начнем. Ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль, который перед вами, называется «Амрика», что означает «нектар без смерти» с санскрита. Мы будем петь вайшнавские бхаджаны, которые можно услышать в далекой Индии с западными инструментами и немножечко с традиционными ведическими инструментами. Большое спасибо, что вы здесь сегодня с нами. И традиционно мы начинаем с того, что прославляем нашего Гурудева.
сейчас будет исполнен важен, очень прекрасный, красивый важен, о великолепии Верховной Личности Господа Шри Бхагаван Шри Кришна. Называется Кришна Лева Бхаван Йог Ванде.
Следующее прекрасное важное называется «Грудной Арати». И это не просто важно, а это написал он очень пахучный Парашатарши Шмат Мадхан Сайхарадж, та личность, на которой мы сегодня вместе собрались, Мадхан Сайхарадж. Это его творение, и надеюсь, мы сможем передать те чувства и эмоции, которые закладывают Махарадж, когда писал этот чудесный поэт. Oh,
Музыку на него написала участница нашего ансамбля. Вот. Так что вот она тоже автор сидит. И она же икона. Поможем. Hey, Govinda, Jai Gopal.
Спасибо.
Для всех на приятном, знакомом, таком же приятном, на знакомом русском языке мы споем чудесную молитву «Говинда да мода Эмманда Бетти». Мама Ишов, я поешь, не пари, просыпайся, родной, глаза разомни. Друзья дождались, уж тебя убери, Говинда да мода Эмманда Бетти. Говинда да мода Эмманда Бетти. Govinda da moda Эмманда Бетти, Govinda da moda Эмманда Бетти, Govinda da moda Эмманда Бетти. Молодая жена будет мужа судьба, проснись, дорогой, воспевать нам пора. Говинда да мода Эмманда Бетти. Govinda da moda Эмманда Бетти, 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 Govinda da moda Эмманда Бетти. Начали проснувшись на службу иду. Шри Кришну будет тут же песню мою. Глаза ты открой, о Господь, Шри Гори, Говинда да мода Эмманда Бетти. 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 Нас надевая весь день напролет, пастушка Маришку Шри Кришну зовет. Не Кришна, не я, да отец на дети. Говинда да мода Эмманда Бетти. Говинда да мода Эмманда Бетти. Govinda da moda Эмманда Бетти. Govinda da moda Эмманда Бетти.
то, что рядом живет, свой дом убирает и громко зовет. В моем дворе поиграть приходи, живым за домом, на роман, на реку. Хлопать в ладоши. Это совершенно не возбраняется, а только приветствуется. Вот мы сейчас закончим наше выступление прекрасным киртаном Радха Рамана Харишбол. Что знают слова? Кто не знает, пожалуйста, повторите. Радха Рамана Харишбол. Радха Рамана Харишбол. Вот. Все выучили? Кто не знал? Ну, чтобы все танцевали обязательно. Да, кто желает, действительно. Ну, если, конечно.
Jayarata Ramana Hari Bol. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari.
Манду Петальни Валам. Ядам Ягударо Чисанвида Дхатам. Паттам Варасасия. Бриндаранна Нивасинам. Идила Саддама Абхинамо Дарам. Радха Сканда Нивесито Чала Бхуджам. Дхайну Даму Дарам. Бхакта Вихина Апарадха Лакчай. Читвасча Кама Дитаранга Мадде. Припамайтван Саданам Прапанна. Бринде Нумасте. Чаранаравиндам. Бринде Нумасте. Чаранаравиндам. Си Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда. Си Адвайта Гададхара Сривасати. Гаур Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама. Рама Рама, Харе Харе. First of all, I pay my humble obeisances unto the lotus feet of my Paramaradha Guru Pad Padma, Om Vishnu Pad, Paramhamsa Swami, Apto Paramhata, Srisimad Bhaktivedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Om Vishnu Pad. Парамхамса Свами, Аштотара Сата, Шри Шримад Бхакти Веданта, Шрила Нараян Госвами Махарадж. I pay my humble obeisances unto the lotus feet of my spiritual grandsire, Nitdalila Pravishtam Vishnupad, Шри Шримад Бхакти Прагдан, Кесав Госвами Махарадж, and Nitdalila Pravishtam Vishnupad, Шри Шримад Бхакти Веданта, Swami Maharaj and all Gaudiya Guru Vargas. I convey my Dandavat Pranam, all Vaishnavas and Vaishnavis we assembled here, and welcome all guests to present today, encouraging to speak some Harikatha, headed by Sripad Santa Maharaj. Прежде всего, я выражаю почтение к вам и собственным стопам своего духовного жителя, Парамарады Гуру Падпадма, Ом Вишну Падпарамхамса Свами, Шри Шримад, Шри Бхактиданте, Вам Небесальна Раджа. Также к Вам и собственным стопам своего духовного учителя. Парамарады Гуру Падпадма, Ом Вишну Падпадма, Шри Шримад, Бхактиданте, Шри Небесальна Раджа. К Вам и собственным стопам своего духовного ведущего. Нитилил правишта Ом Вишну Падпадма, Шри Шримад, Бхактиданте, Кеша Гасайна Раджа. Нитилил правишта Ом Вишну Падпадма, Шри Шримад, Бхактиданте, Санни Раджа. Я кланяюсь. Вот основном всей своей Гауди Рупагады Гурвани, всем Вайшнавам Вайшнаве. Я также приветствую всех собравших здесь уважаемых гостей, возглавляемых Шрипадом Бхактивинодом Шантом Хаджи, вдохновляющих меня рассказывать Харикатху. I am very, very happy that in the last day of our Russian tour for 2014 Novosibirsk Festival, so many devotees has assembled here. He remind me time of Shiva Gurudev. Whenever Gurudev traveling, so many devotees to come. Again, Gurudev remind me, blessing me, that so many coming due to His causeless mercy. Я очень счастлив видеть, как много преданных собравшихся сегодня здесь. Этот день последний в моем путешествии по России. И последний день фестиваля в городе Кемерово, в городе Новосибирске. Это вот такая слава, извиняюсь. Мадхва Махарадж говорит, что вот это, то, что так много преданных и гостей собралось, мне напомнило те времена, когда я чувствовал Шрила Гурудева. Куда бы Шрила Гурудев не направился, всюду он встречал множество преданных. И также в этом я вижу еще и его милость, его беспричинную милость. И поэтому и
Это его заслуга. Exchange of Navasai Bridge. Dharendra to Kausal. Camelo. Because he lived there, no problem. Also part of Russia. What you just saw the performance. They did very nice service. Lord time of Sri Krishna. Sri Krishna went to learn Ujjain under guidance of Sandipuni Muni. Under his guidance, he was in his Gurukul 64 days and he learned 64 type of arts prescribed by Vedas. Да, недавно я перепутал город Новосибирск с Кемером. Можно ли просить, потому что он там живет. Так иначе, это все равно часть России. То, чего вы стали свидетелем только что, по этому замечательному концерту, это происходит из давней традиции. Когда Кришна был маленьким, его родители направили учиться в Гурукулу, то есть в школу учителя. И там он обучался в течение 64 дней 64 искусствам. While Krishna was there, out of 64 hours, dancing, singing, and playing musical instrument also there, Krishna learned all 64 arts. He knew as before, his Bhagavan himself, while he was in Braj, but he never made competition with gopis. Gopis always defeat him. Среди 64 искусств, которые изучал Кришна, были также музыка, игра музыкальных инструментов, пение и танец, которые сегодня были представлены. Хотя он сам Верховный Господь, казалось бы, чему он может учиться, но когда он был во Врадже, гопи также там пели, танцевали, и он даже не пытался с ними соревноваться, потому что они его превосходили в этом. Сила Гуруде. Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj has described few times during Ras dance, first Lalita may dance and sing, then other gopis, at last Krishna. Anyone in singing Krishna and other gopis telling sadhu sadhu, very good, very good. And when one is most prominent singer and other helping him or her, when Radhika starts singing, what to say about other gopis, even Krishna could not reach that rhythm and Krishna best of could not sing. So very good art to please Radha Krishna singing and dancing. Когда Кришна во Врадже и встречается со своими подругами, с девушками, Бриндаваном, они устраивают танец раса. Часть танца раса является пение, танцы, игра музыкальных инструментов. Кришна поет очень красиво, и гопи аплодируют ему, говорят, саду, саду, замечательно, удивительно. Лалита поет, ей подпевают. Но когда Шримати Радика, самое главное, среди возлюбленных Кришна, начинает петь, она берет такие высокие ноты и поет таким образом, что никто не может отпеть, даже Кришна, Верховный Господь, не может так подпеть, и он очень поражен ее пением. Rajendra Nandan Samsundar Sri Krishna did Ras dance and Sri Chaitanya Mahaprabhu also make Ras dance. Question may arise, Dharendra Prabhu may ask, Madhava Maharaj became crazy. Where Mahaprabhu make Ras dance? Never mentioned, he has mentioned there, I can give evidence. И поэтому это очень замечательный способ удовлетворить божественную читу, используя такое искусство, как музыку, петь и танцы. Вот Махапрабху. I told Mahaprabhu also did Ras dance, but other devotee or Dharanidhar Prabhu may ask me, Madhava Maharaj became crazy. Where is the proof, evidence? The Madhava is telling this. Например, I did evidence, don't tell me. Я могу сказать, что Шри Чайтанья Махапрабху устраивал танец раса. Но мне скажут, ну откуда такие сведения, где доказательства? Мне говорят, да, можно это возразить, но я привык доказательства. Can you give evidence? The Mahaprabhu made Ras dance? Not completely, but okay. Complete Ras dance, how?
Rajananandan Samsundar being in Braj, he did rash dance with young gopis, teenager gopis. Mahaprabhu did rash dance for Sankirtan Ras, taking the all devotees in Shiva Sangam. He did in Jagannath Dev Devi Court Festival. Oh, both are ras, but Krishna's ras is only young gopis. Mahaprabhu was only taking male devotee, Sankirtan Ras. It's also ras, it's also yes. Итак, Мадо Махарадж привел доказательство, что Махапрабху также устраивает танец раса. Раса означает очень воздушный нектарный вкус, который преданный испытывает в своем сердце в момент танца. И поэтому Махапрабху также устраивал танец раса, где в доме Шривасакра, в Шривасанге, по ночам, когда они пели санкирны, это был также танец раса. Они танцевали, и они испытывали в своем сердце удивительную расу. Но также устраивал танец раса во время Радхаятры, Джагаладхапури. Это также был танец исполненной расы. Dharmendra Prabhu was telling Mahaprabhu his last dance, but not complete, because Mahaprabhu complete himself, his everything is complete. It mentioned in the scripture, Om Purna Madhav Purna Midam Purna Purna Mudachate Purna Sampurna Madhaya Purna Vibhava Sissate. Bhagavan is complete. I am giving one formula of mathematics. Infinitive minus infinitive is equal to infinity. Infinity plus infinity is equal to infinity. In the same way, from where this formula came from Bhagavan. Bhagavan is complete. So what he did is everything is complete. Either Mahaprabhu did Sankirtan Ras or Brajananandan did with young gopis Ras, both are complete. No lacking is there. Dharanidhara возразил, что ну там не полностью танец расы. Я ему отвечаю, что нет, полностью, потому что Махапрабху является Ом Пурнамада Пурнам, то есть он полное целое, из него исходит все, и сколько бы из него ни вышло, он никогда, его банта никогда не уменьшится. Вы знаете математику вечности? Сколько нет, не имеешь от бесконечности, бесконечность останется. Сколько бесконечности не прибавишь, так останется бесконечность. Откуда эта идея в математике, откуда эта формула? Она берется от самого Верховного Господа Кришны. Like when Shiva Mahaprabhu did his last dance, he was tired taking rest. Maharaja Pratap Rudra changed his royal dress, came in very simple dress like they are using white dress. Shiva Pratap Rudra came and massaging Mahaprabhu's lotus feet. Mahaprabhu told, "Who are you? You make me drink nectar?" The king was reciting Ras Panchadhyayi, especially Gopi Geet. Jayati te dhikam janamana braja swayata indira sasadatrahi daita drishata Дикчута бока, стои дрита саба, стали бичиннате. This way he came to the Kathamrita. Mahaprabhu is completely absorbed in mood, embraced Pratapudra. As before, Pratapudra tried his level best, but Mahaprabhu never gave darshan. Now Mahaprabhu embracing him and told, oh, you make me drink nectar. I am a mendicant, I am sannyasi. I have nothing I will give you, only alingam. Таким образом, оба танца, танец Санкиртаны Махапрабху и танец Кришны Вамраджа, они полны. После танца Махапрабху возле Радхаятры, колесницы Господа Джаганнатхи, он вошел в сад Джаганнатха Ванабхаватика, чтобы отдохнуть. В этот момент туда зашел Махарадж Пратапарудра, местный царь, он был одет в простые, вот такие вот белые одежды. И он, массируя стопы Шри Чайтанья Махапрабху, начал петь шлоки из 10-й песни Шримад Бхагаватам, Раса Панчадхьяя, особенно Гопи Гиту. Начиная с Джайати Тредикам, Джанамана Враджа, и дойдя до 9-й шлоки, Тала Катхамритам, Таджиранам, Махапрабху был настолько удивлен, настолько счастлив, слушая эти нектарные слова из Бхагавата, наполненные любовью девушек-враджа,
что он не выдержал, он встал, обнял Махараджа Пратапарудру и сказал, ты такой щедрый. А прежде Махараджа Пратапарудра пытался как мог встретиться лично, получить личную аудиенцию Махапрабху, но Махапрабху всякий раз отвергал его. А в этот раз произошло все замечательным образом. А, да, он говорил прежнему, что поскольку я обреченный человек, я саньяси, я не могу встречаться с царем, поскольку царь означает чувство наслаждения, множество богатств. Это неблагоприятно для отреченного монаха. Whoever taking part in this festival, maybe one day, two days, complete week, what can I give to them? Only because I am an unworthy sevak of Srila Gurudev. I can pray to Srila Gurudev, oh Gurudev, due to your mercy, due to your remembrance, we have come here on my Russian festival. Please bless them. They can advance in Krishna consciousness. This I can pray to Gurudev only. Что я могу дать участникам этого фестиваля? Что у меня есть? Я лишь могу молиться своему духовному учителю, Шри Гурудеву, пожалуйста, благослови их всех. Благослови их. Это максимум, что я могу сделать для вас. Это то же самое лучшее, если вы получите милостыню от духовного учителя. I thanks all of you, and I'm requesting you all, when I come again next year, wherever in the Russian too, please come. I can come all the way from India for you all. Why could not come for few days for me? This is not for me, but your benefit, for your own spiritual gain. I know so many, by face don't know him. Like after long time meeting Visakha from Kamarabo. So many are there, I know them but don't know their name. This is my misfortune. But I am welcoming all of them. And thanks all of them to come again and again whenever they come in Russian too. Я прошу вас всех, когда я в следующий раз приеду в Россию через год, пожалуйста, где бы я ни был, приходите на мои встречи. Я же проделал такой путь ради вас. Прилетел из далекой Индии, а вы здесь живете, вам проще ко мне прийти. Более того, это же ваша заинтересованность, это для вашего блага, не для моего блага. Пожалуйста, приходите. Также я прошу прощения, что многих из вас я не знаю по именам. Я помню ваши лица, я помню вас, но не могу не знать имен. Например, как сегодня, я первый раз узнал, вот здесь, что здесь есть Вишакха. Whenever any festival takes place, time of Srila Gurudev, Gurudev always tell Madhurena Samapayet. End must be very sweet. So Gurudev always describes some sweet pastime of Vrajananda and Samsundar. And in this performance, they also did at last Govinda Damodara Madhaveti. Also continue about Govinda Damodara Madhaveti. Наш духовный учитель Шрила Гурудев научил нас аналитической мудрости. Она звучит как Мадхурена Самарпает. Все нужно завершать сладостно. И обычно, когда он заканчивал фестивали какие-то лекции или фестивали, он заканчивал сладостной харикатхой о играх на Раджи Масундре. Или, например, как сегодняшний концерт, он закончился сладостным киртаном, прославляющим игры Кришны во Враджи, киртаном Говинда Дамодара Мадхаведи. Я хочу также завершить слово на сладостной ноте. In this tour, first time, Sripad Santa Maharaj traveling with me. He has so many responsibility. He is cashier of IGBT in Delhi. But due to honor of me, he is traveling with me. So if I not give him chance to speak today, because every day twice I am giving chance, if I not give him chance, maybe he will not take prasad, he will be sulky, not sleep, so I have to give some chance to him to speak. So I am giving few minutes to him, then I will continue. Cassier of IGBT, cassier of treasurer. Oh, bookkeeper. No, without the signature, none can draw the money. I didn't say it, but my hand was Этом самом Шипад Бхактивинода Шанта Махарадж каждый день ему давал два раза говорить, то есть утром и вечером. И если я сейчас не дам, он такой занятый человек, у него
большое положение. Очень большая ответственность, он без его подписи никто не может получить деньги, то есть как казначей, да, можно сказать, я сказал, предложил бухгалтер. Без его бухгалтера тоже помогает. Денис Камадзе, то есть Денис Камадзе, наш духовный учитель. И если ему не дам слово, тогда он у меня разгневается, он не будет, он будет поститься, не будет спать, не будет есть, мне будет плохо от этого. Maybe he will not travel with me next time. Maybe not eat. Where will be wait? So I have to give him some specific. Или откажется путешествовать со мной в будущем. Будет плохо. Oh, look, how smiley. Гурави Гурачандай Радикали Тадалай Кришнай Кришнабхактай Тадхактай Наму Намах Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаурабхактай Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама राम राम हरि बोलो गुरु महाराज की जय पूज्य भक्तन माधव गोस्वामी महाराज की जय गुरु प्रियदनी की जय श्री राधे फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफर माय अनलिमिटेड दंडवत प्रणाम टू माय लोटस फीट Гурупад Падма, Ом Вишнупад Аштрата Сатасиман Бхакти Виланда Бхамунда Сай Махарадж. And my sannyas Гурупад Падма, Ом Вишнупад Аштрата Сатасиман Бхакти Виланда Нараянда Сай Махарадж. And I offer Дандават Падам Парампутя Бхактиванта Трипкунга Сай Махарадж, Парампутя Три Бхактиванта Сами Махарадж, Парам Гурудев Шрила Кесава Сай Махарадж, All Гаудия Рупани Гурупад. And then I call you my Дандават Падам. My God, my elder brother, Pujyavatilini Sai Bhaktivedanta Madhava Sai Maharaj, and all God brothers and God sister, Vaishnav and Vaishnavis at present in Assam. Прежде всего, я предлагаю свое почтение своим духовным учителям, помощным Павлу Шатара Шатар Шишиман Бхактивенти Бхамадива Сай Маharадж, также кланяюсь лотосным стопам моего саньяс гуру, Шиве Бхактивиданте Нараянда Сай Махараджа. Я склоняюсь к лотосным стопам Парампуджи Падушива Бхактивиданте Сай Махараджа. Лотосным стопам Шиве Бхактивиданте Сай Махараджа. Моего Парампурдева Шиве Бхактивиданте Ишога Сай Махараджа. Всей моей Рупануга Гуру Варги, всем Вайшнам Вайшнаве, моим духовным братьям, собравшимся здесь, в этом собрании, и также моему старшему духовному брату Шиве Бхактивиданте Мадхава Сай Махараджа. Gurudev advised us this very important thing, Suddha Bhakti, Braj Bhakti. He advised about the Braj Bhakti you do, everyone should do Bhakti. What is Bhakti? Mother Mary told before that Bhakti, two kinds of Bhakti. One is Vaidhi Bhakti, and next Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti, Raganuga Bhakti is the superior of Vaidhi Bhakti. Мой духовный учитель рекомендовал нам всем посвятить свою жизнь чисто предупреждение, то есть Чудо Бхакти. Какие виды Бхакти мы знаем? Если мы слышали от Шипада Бхактивиданте Мадхава Махараджа, что бхакти, как духовная практика, бывает двух видов. Вайдхи бхакти и Рагануга бхакти. Рагануга бхакти из этих двух выше. Она видит во врач. Ее природа этого бхакти выше. Necessary love of attraction to Krishna. Krishna is Krishna, he is my son. Krishna, he is my friend, and Krishna, he is my lover. The three things of this way, that is called Raganuga Bhakti. Listen, Krishna, he is mine.
My Krishna. My son, my friend, my love. Когда после духовной практики преданный развивает настроение Кришна мой друг, Кришна мой сын или Кришна мой возлюбленный, то это называется Арджуна Бхакти. Listening is very easy, but it is easy to do difficult. When we are servicing Guru Vaishnava Bhagavan, that time gradually can understand this Yoga. Звучит все очень просто, но когда пытаешься воплотить это в своей жизни, оказывается, что это очень трудно. Кришна Скорья told in Chaitanya Charitamrita, more putra, more sakha, more pranapati, ei bhave kare jai shuddha bhakti. It is the pure bhakti. More putra means my son, more sakha means my friend, more pranapati means my lover. Как об этом говорит Шри Кришнаская Раджгасвами, читаем Чаритамурти. Мор Путра означает мой сын, тот, кто в таком настроении служит Кришне. Или Мор Сакха, мой друг. Или мой Мор Пранапати означает мой возлюбленный. Вот это и есть, развитие такого настроения и есть чудо Бхакти, чистое служение. И по милости Гуру Вайшнава нас должен понять. Кришна is a very, very beautiful. Кришна is the most beautiful and all the omniscient, omnipotent. We everyone should follow very sincerely. And sincerely. Кришна очень милостив, и одновременно с этим он всеведущ и всемогущ. Это очень важно. Поэтому мы должны посвятить себя этому пути, следовать по пути Рагадума. Трилёкка пратими дханна ятра бриндаванам пури ятра пи гупика пакта патра радха бидамдами. In this world, the most important place, Vrindavan is the most important place. Trilokya Pratibha Dhanna Yatra Vrindavanam Puri Yatra Bhi Gopika Pakta Tatta Radha Vyadha. Radharani is the most nearest and dearest friend of the person. Из всех мест в мире самое дорогое, самое возвышенное – это врач. Самое дорогое – это Кришна. Да. И среди всех спутников Кришны во Враджи Шримати Радхарани лучшая, самая дорогая – это Кришна. Everyone should be goal as a Brajavasi. Two kind of Brajavasi. Those who are living in Braj, that is called Brajavasi. And those who are living in Russia and England, France, other way, how to live there? Because everyone cannot live, understand? Because, so, they thinking outside of Braj, we are thinking about Krishna, Radha Krishna pastime all the time, and Mahaprabhu pastime, we can reach in our certain goal, Gola Vrindavan. Understand how you go. You want to say that someone living physically in Braj, physically, yes, and some who out of Braj, not a resident of Braj, but by mind they are living in Braj. Наша цель должна стать, то есть мы должны стремиться к служению Кришне во Враджи, то есть священной земле, которая носит наиболее дорогой Кришне. И те, кто живут во Враджи, зовут Враджаваси. Бывает два типа Враджаваси. Те, кто физически живут во Враджи,
если мы поедем сейчас, возьмем билеты, поедем там, увидим их. И те, кто в своем сознании живут во Враже, даже если физически не живут где-то в другом месте, например, в России или в других странах, где угодно, если в своем сознании там, они тоже прикопаются к этому настоящему. Everyone should follow our beloved Gurudev and Guru Bhargava. And at last, I offer Dandavat Pranam to all devotees. And I want to beg your blessings. Hare Krishna. Каждый должен молить по милости Гуру Гуру и Гуру Бхаргаву. И сейчас в конце я прошу вас у всех милости. Я прошу ваше благословение. Bolo Guru Maharaj ki, Bolo Guru Bhavan Goswami Maharaj ki, Jai Guruji Narayan Goswami Maharaj ki, Jai Pujya Bhakta Madhava Goswami Maharaj ki, Bolo Rus Priyadani ki, Nitai Gaur Premanande. Sri Gurave Sri Gaura Chandraya, Сапарикари Югал Кисурая Ча Бража Дхавая Пурусаттам Читрая Радхаваная Ча Наво Намаха. Today is disappearance day of Prapujya Charan Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Our beloved Gurudev joined in Mott 1946, 26th of December in Navadvip Devananda Gaudiya Mott. And Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, his Brahmachari name was Pranavananda Brahmachari. After taking renounce order, he came to our Mott with Param Gurudev. Then Param Gurudev engaged Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. At that time his name was Gaur Narayan Brajavasi. Sarv Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Our beloved Param Gurudev is the first sevak of Param Pujya Pad Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Итак, сегодняшний день очень особый. Сегодня Авербава Тити, то есть день явления Шилы Парампуджа Пад, Шилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа. В 46-м году, когда наш Шилы Гурудев присоединился к матху Шилы Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджа, тогда, в те времена, Шилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа также становился в матху нашего Бхактипрагьян Кешава Госвами Махараджа. В то время, когда наш Гурудев появился там, его духовный учитель Шрила Бхактипрагьян Кешава Госвами Махарадж занял служением Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа. Он стал первым севаком Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа. Шрила Гурудев, being in Chuchura Mott, we have one mott between Navadvip and Calcutta, one city Chuchura. We have mott there. Our beloved Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj established that mott, Bank of Ganges. Gurudev yesterday used to take Srila Puri Maharaj for bathing area. After bathing, he will give him cloth, take his wet cloth, hang here, give him prasad, cleaning his cloth, everything Gurudev was doing. In Navadvip, there is no high tide or low tide in Ganges. But in Chichura, high tide means all of a sudden water increase. After some time it decrease. It happened in Chichura because close to more ocean. Наш Парам Гурудев основал один мат в городе Чичура, который находится где-то посередине между Навадвипом и Каликутой. Туда Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж отправился вместе с нашим Шрилой Гурудевой. Тогда его звали Гаур Нараян Брахмачари. И наш Шрила Гурудев служил ему тем, что готовил его постель. Он готовил для него пищу, просадам.
и служил мы всевозможными способами. В этом месте этот мат находится на берегу Ганги, и поскольку этот город ближе к океану, чем Навадвипа, поэтому приливы, отливы и уровень Ганги чаще меняется сильнее, чем в Навадвипе. While Gurudev joined 1946, last week of December, he came from direct police office. He was police officer. He brought one blanket and one lota. Lota means one type of water pot. Who have traveled India, they know what called lota. This big size of pot to carry water. Это был декабрь 1946 года. Он не напрямую прибыл с полицейского участка, который составил с работы, он поехал поездом на Батвинг. У него было с собой лишь одеяло, небольшое одеяло, называется чатер шерстяной, и лота. Лота — такой металлический сосуд сферической формы, который часто саду используют, и вообще просто местные жители используют для воды и напитка. The lota was made of bell metal. Gurudev used to go for bathing, used to bring water, Ganges water, for Tulasi Devi. So both Srila Puri Goswami Maharaj and beloved Gurudev Narayan Goswami Maharaj, they kept their cloth some upper side, and Gurudev kept lota close to water. Both of them was taking bath. All of a sudden, high tide came, means water increased all of a sudden. Then both Srila Gurudev and Puri Goswami were swimming and came back. They took their cloth and they could not find lota. Water decreased, but lota gone. Ganga Devi has taken. Puri Goswami were clapping and laughing so much. Like, very good, Narayan Prabhu. You had attachment for your Purvas from previous birthplace. So Ganges does not like it. So she took it. It's very good. Your attachment gone. Yeah, bringing water from Ganges. So keeping on the water side, bank of Ganges, they are taking bath. Cloth was very high. Шрила Гурудева была, как уже можно говорить, что лота, то есть специальный сосуд такой в физической форме, металлический, он был сделан из бронзы. И, ну, из того же, из колокольного сплава, можно по-другому сказать. И когда они пошли, каждое утро они ходили омываться на Гангу, Шрила Гурудева сам Махараджи, Шрила Гурудева сопровождал. И поскольку там часто менялся уровень воды, они положили одежды повыше свои и спустились в гамчах для омовения в Ганге. А лота стояла на берегу. Вот. И они отплыли от берега, и внезапно уровень повысился, и они быстро поплыли к берегу. Но когда они приплыли, одежда была на месте, а лота не было. И тогда Шрила Прабхупада занимался, смеялся, захлопнул лоток и сказал: «Ганга забрал твою последнюю привязанность к твоему родительскому дому». Это была твоя единственная последняя привязанность к дому, и ей это не понравилось, когда ты забрал ее. Whenever Srila Gurudev did Western preaching, all over the world he became very grand success. After my spiritual grandsire, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. But ISKCON tried level best to check Gurudev, try to defame him. Once they came to Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj and told, tell something bad about Srila Narayan Maharaj. Srila Puri Goswami said, Bozo more? How I can do anything bad? He's a very high class pure Vaishnava. I cannot say anything bad about him. Get out from my mouth. Когда наш Гурудев начал свои международные проповеднические путешествия, он столкнулся с сопротивлением со стороны лидеров ИСКОН. Они пытались говорить о нем плохо, то есть распространение разнородных клевету. Однажды они пришли к Шри Бхактивинод Пури Госвами Махарадж для того, чтобы побудить его сказать нечто против нашего Гурудева. Но когда он понял, к чему побуждают его лидеры ИСКОН, он сказал: «Боже мой, как вы можете мне заставлять говорить такое? Он чистый преданный, возвышенный преданный. Уходите отсюда, немедленно!» Srila Puri Goswami Maharaj, he likes Gurudev book so much. Whenever Gurudev published any book, Gurudev used to send him. And Srila Gurudev
time to time he used to go to meet with him. He always ordered, "Oh Narayan Maharaj, whenever you publish any book, either Hindi or English, send to me. Like you are sending regular, send to me." Well, yes, I will do that. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж очень нравились книги, которые публиковал, переводил, издавал или писал. Наш духовный член просил, пожалуйста, когда бы ты не издал книги на хинди или на английском, пожалуйста, посылай их мне. И он всегда это регулярно делал. Отсылал книги Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. So, Шрила Пури Госвами Махарадж is very expert in deep installation. Time of Prabhupada, Saraswati Thakur, two of his disciples, one Bhakti Prabhupada Puri Goswami Maharaj, another Bhakti Bhudev Saraswati Goswami Maharaj. Both of them was expert in deep installation ceremony. Both of them taught Srila Gurudev how to install deity. Gurudev taught me and Sri Parthitha Maharaj. Bhakti Bhudev Saraswati Maharaj. У Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Гуру Прабхупады было два особых ученика, которые были очень опытны в том, как устанавливать божества, как проводить соответствующие церемонии, ритуалы. Это Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж и Шрила Бхудев Шаути Махарадж. Они обучили этой науке моего духовного учителя Шрила Нараяна Госвами Махараджа, а он обучил меня и Кирту Махараджа. Being a licensed Gurudev, I have good fortune due to cosmic mercy of Gurudev. I have cooked so many times for Bhakti Prabhupada Puri Goswami Maharaj, Bhakti Bhudev Saraswati Goswami Maharaj, and so many disciples of Prabhupada Saraswati Thakur I cook for them. По беспричинной милости моего духовного учителя, я был с ним так долго, служил ему, и по его беспричинной милости я служил Шри Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджу, готовил для него прасадам, а также для Шрилы Бхакти Бхудева Шроути Махараджа и многим ученикам Бхактисиддханты Сарасвати Гуру Прабхупады. So, our beloved Prabhupada Saraswati Thakur, when he completed 1 billion Harinam, every day is to chant 3 lakhs means 192 rounds every day like Haridas Thakur. When he completed 1 billion Harinam, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srimad Nityananda Prabhu, Srimad Advaita Acharya Prabhu, Sri Gadadhar Pandit, Srivas Pandit, they appeared in front of him and told, "Oh, now we have to preach." Prabhupada Prabhu, "How I can preach? I have no one with me. How I can preach alone?" Mahaprabhu told, "Don't worry, I'll send so many persons to you, they'll help you." Когда наш Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупад закончил свой 10-летний обет повторения, ежедневное повторение 192 кругов святого имени, как Харидас Тхакур, Шрила Харидас Тхакур, то есть он за 10 лет повторил миллиард святых имен. В этот момент Шри Чайтанья Махапрабху, в этот момент Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Нитьянанда Прабху, Шри Адвайта Ачарья, Шри Гададхар Пандит, Шри Вас Тхакур, то есть Панчхар Панчхата явилась перед ним и сказали: "Теперь ты должен проповедовать, ты должен нести славу Святого имени, вдохновлять других на это, повторение Святого имени." Он сказал вот это: "Но как я это могу сделать? У меня нет ничего, у меня нет ни последователей, ни денег. Как я смогу выполнить ваше наставление?" Я один. Да, он сказал, я лишь один, они ему ответили, мы пошлем тебе тех, кто тебе в этом поможет. So, after very short time, so many Piyadanis came to Prabhupada. What does it mean? Sri Chaitanya Mahaprabhu sent them to Prabhupada to help his preaching mission. They are all eternal scrutiny of Sri Chaitanya Mahaprabhu. One of them, Srila Bhakti Prabhupada Puri Goswami Maharaj. И вскоре после этого столько преданных присоединилось к миссии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады. Замечательные преданные. Что это означает? Это означает, что они вечные спутники Шри Чайтанья Махапрабху. И они, один из них, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. I pray to Srila Gurudev, my Guru Maharaj, all Guru Vargas, especially today,
the appearance of Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, I pray to them how they serve the Gurudev, how they did bhajan and preach. Please bless me that I can do same under their guidance. В этот день я молюсь своему духовному учителю, своим духовным учителям, своему Гуру Варги. В день явления Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа также молюсь ему, чтобы они благословили меня, дали мне возможность служить так, как они служили своим духовным учителям. One disciple of Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj supposed to come, has he come? Учиться должен он прийти. Who? Okay, very good. Achihari, sir. So now I am coming. Govinda Damo Dharamatha Veti. In Braj, Brajavasis, whenever they are doing, any kind of service, any kind of job, always reciting Govinda Damo Dharamatha Veti. Govinda Damo Dharamadhaveti. This is Krishna's nature. Whoever call his name, Krishna will be there. Krishna stealing water here and there. So many complaining coming to Mother Yashoda, but none can catch him red-handed. So clever. Mother Yashoda told, oh, you have your own son. When my Lala is going, eat some butter, what harm? They're telling, Yashoda, you don't know how naughty your son is. If you want to feed him, he will tell Ismail Kazal, do you think I'm son of a poor guy? My father has 9 lakhs of cow. I am not a poor boy. I came to eat in your house. He'll not eat. But when you get chance, he'll steal. Что бы ни делали браджабаси, куда бы ни шли, какую бы работу ни выполняли, они всегда поют. Говинда дамо дарамада лети. Кришна со своими друзьями часто воруют масло в домах для женщин браджа. И тогда в этом случае женщина браджа жалуется маме Ишоде, то есть маме Кришне, что твой сын Баришка ворует у нас масло, но мама Ишоде не верит. И всякий раз, когда они пытаются поймать Кришну за руку, потому что у них это не получается, Кришна очень разумный. И когда его пытаются поймать, у них не получается. Они говорят, Кришна, ты опять ворал масло? Он говорит, как вы могли так вам не подумать? Что я? Сын нищего человека, мой отец, царь, браджи. У нас достаточно масло. Почему бы это не воровать у вас? Gopi tries the level best, but could not catch. He is telling, oh, Kana, what are you doing? I'm doing nothing. You have done my mamuchka. And smile, run away. Например, они видят Гопи, то есть женщина-врач, видит, что Кришна что-то подозрительное задел, что там возле горшков. А Кришна, что ты там делаешь? Ничего не делаю. Я вообще, кто вы? Ты не моя мама? Чего вы надо так за мной следить? Он тут же убегает. Why Gopis are telling to Mother Yashoda? Gopis want to tell, look how your Lala doing so nice first time. You have not so good fortune that you can see all these things. So they are telling Yashoda, or they none can catch him red-handed. They are telling, oh Yashoda, your Lala became thief. Tomorrow you will be daku dacoit. After tomorrow you use chaku means knife. We don't want to do in Braj. Take care of your children and make him disciplined.
Итак, женщина Враджа, почему они жаловались с вами Ишоде на Кришну? Не потому что им надоел Кришна, нет. На самом деле они счастливы, когда Кришна посвящает их амбары и пытается украсть их масло. Они счастливы, все для этого готовят. Они хотят рассказать об этом маме Ишоде, потому что не думают. Мы такие удачные, Кришна приходит в наши дома, а мама Ишоде не может видеть всех этих замечательных игр. Насколько Кришна очень все так хитро устраивает, чтобы его не поймали за руку. Мама Ишоде не может увидеть эти игры, поэтому мы должны рассказать обо всех его забавах. Но внешне это выглядит так. О, Май, о, Ишода, ты должна сидеть с сыном. Посмотри, что он делает. Он все время ходит в наши дома и крадет масло. Сегодня он воришка масла. Завтра он грабитель, потом он возьмет нож в руки и станет убийцей. Мы не хотим, чтобы этого вража произошло. Пожалуйста, накажи своего сына. Научи его, как себя вести правильно. Why is now with Mother Yasoda? He's so innocent, so innocent. Mother Yasoda never believed my son is a thief. Even if someone give a ripe banana, he don't know how to peel it. Even give one how to eat, so innocent. Mother Yasoda give mouth than he eat. So Mother Yasoda never believe that her son became a thief. Never, never. So Mother Yasoda, okay, you can catch him red-handed, I will believe this. Когда Кришна, маленький Кришна с мамой Ишодой, он строит из себя невинную простоту, того, кто ничего не умеет, ничего не знает, такой беспомощный, маленький. Так что мама Ишода, если хочет самой чистить банан, кормить Кришну, все учить, самой разламывать гранат, кормить его под зернышко, потому что он не знает, как это делать. Он делает невинные вещи, как типа я ничего не умею. Но стоит только маме Ишоде вернуться, когда Кришна вне ее внимания, вот тут проявляется вся его изобретательность, как что украсть, где, как он шалость проявляет. И она говорит, ну, слушай, у вас нет доказательств? Они говорят, подожди, Ишоде, мы его поймаем за руку, мы тебя перейдем, Кришна. Listen very carefully. Don't close your eyes. So, one day, Krishna went for stealing butter. Want to eat? Some Brajgopi has seen. Kana, what are you doing? Mother, I am doing nothing. If you know nothing, so why you are in my butter pot? Next to my butter pot. In the meantime, some other gopis came. He said, uh-oh. Do you know actually what happened? I got lost on one of my cup. Do you think your cup jump in my butter pot? Yeah, maybe in Braj, cups of Braj and monkey of Braj, very, very naughty. If you go to chase monkey, and if you want to catch the small cup, they'll kick you by a hind leg. So I have seen one of my cup run in this way, this direction. So I came to your house, I not came to steal your butter. What is suspecting me? Don't be paranoid about me. I am son of Maharaj Nanda. My mother has so much butter. You can believe. If we want, my mother can completely cover with butter. Однажды одна из женщин врач заметила, что Кришна что-то подозрительно близко к ее горшкам с маслом. О, Кана, что ты там делаешь, а? Ну-ка покажи, что там, где там твои руки? Как будто ну, по мне так неплохо подумать. Ничего не делаю, я просто здесь стою. Так просто и стоишь. А зачем ты стоишь рядом с горшком с маслом? Ну, я потерял свою теленку. И говорит, подходит еще одна женщина, подруга этой соседки, этой женщины. О, похоже, что поймали. Кришна говорит, ничего подобного, просто понимаете, здесь у нас в Махарадже и обезьяны, и телята, они такие непоседливые, они такие вот шаловливые. Когда обезьяну пытаешься поймать, она дразнится, убегает, дразнится. Когда теленка пытаешься поймать, он сзади копытами мигает и убегает. И мой теленок прямо вот прибежал сюда, вот от дома. Поэтому я побежал с этим, вот я здесь сейчас встал. Я не чувствую теленка. А о чем вы подумали? Вы думали, что я сын бедного человека, у моей мамы нет масла, да у нее столько масла, что вас можно с горой покрыть, с головой покрыть этим маслом. So gopis are asking, do you think
your cup jump in my butter pot? I think so, let me check. So Krishna thought, they not allow me to take this butter. So I dilute this butter, it must be sour, they should not eat. When I cannot eat, I not allow them to eat, and I not allow their children to eat also. Krishna looking their eyes, how to run away. Kana, show your cup. Oh Mamuchka, I told you, the cup of Braj is very naughty. I want to catch, kicking on my hand. So I get bent, I could not catch. Again, you know, watching. Kana, yes, yes, almost I'm catching. Then Krishna doing, look, look, my cup is here. Then she saw his tiger, and all smiling, Krishna ran away. И что, Кана? Ты удивила, что прям в горшок запрыгнул? Ну, понимаете, наши телята же такие непоседливые, могут и в горшок запрыгнуть. Вот сейчас я его поищу, и начинает рукой там водить в масле. Как будто он ищет там щеленка, а сам пристально вглядывается в глаза, чтобы улучшить момент, как от них сбежать, когда их бдительность ослаблена. Он ищет там как бы теленка, и при этом потом Махараш объясняет, что он делает. Он думает, они не позволяют мне насладиться этим маслом, тогда я не позволю им тоже насладиться этим маслом. Ни они, ни дети не смогут попробовать это масло. И он начинает искать теленок. Ну и где твой теленок? И говорит, что это мой теленок. Вот мой теленок. Actually, this он еще говорил, что, ну понимаете, и так что-то так долго он не может поймать в горшке, что ли? Ну понимаете, теленок мигается, у меня уже вся рука отбита, я его пытаюсь снимать, он мигается. Actually, this cup belongs to Moscow. One Priyodini of Moscow, he host Gurudev twice. In his home, this cup was there. And Gurudev was speaking, holy God, I saw this cup. Gurudev became very happy, laughing so much. And Gurudev told him, you can keep this cup. However, I speak or you speak, saw this cup. So from there, that time this cup with maybe 15 years with me. Знаете, откуда же этот теленок игрушечный? Когда наш Гурудев и Москва, когда Шрила Гурудев приезжал в Россию, останавливался в Москве, у этого преданного был этот теленок игрушечный. И Шрила Гурудев его просил, всякий раз, когда я буду рассказывать эту историю, ты должен показывать теленка этого. Вот. И впоследствии Шрила Гурудев взял с собой эту теленку, 15 лет его возил по всему миру, и везде, когда рассказывал эту историю, показывал ее. Теперь теленок со мной. You know about Rupa Goswami Pad? He was one of the six Goswamis and prominent one. Being in Radha Damodar, he was doing bhajan and he entered in trance and he sing some pastime of Braj. What he saw, what will they describe, I am going to narrate to you all. Я хочу вам рассказать о Шриле Рупе Госвами. Шрила Рупа Госвами один из шести Госвами. На самом деле, это из шести главных последователей Шри Чайтаньи Махапрабху. Он среди них, среди шести, самый главный. Он совершал свое уединенное служение Бхагавану, брат Дамодар Мандири. И в момент, когда он входил в транс, он созерцал игры Рады Кришны во Врадже, игры Кришны во Врадже. И одно из таких игр я сейчас хочу вам пересказать. So, Rupa Goswami Singh, being in Vrindavan, seeing the pastime of Braj. Mother Yashoda churning yogurt. After churning yogurt, he made some butter and gave Krishna handful of butter. Krishna was eating, dancing. And Mother Yashoda's royal palace, there are 84 pillars made of jewel. So Krishna holding one pillar, moving around. Singing some song. All of a sudden, he stopped, not singing. What happened, Mother Yashoda? Why my naughty lala gone? He was singing just now. I'm not hearing any song. Where he gone? Mother Yashoda came from that inner room and peeping through. Where my lala gone? Что увидел Шрила Рупа Госвами в своем трансе? Он увидел, как, что происходит в доме Яшоды Матери, как она кормит сыру Кришну маслом,
Кришна кушает это масло и пританцовывает, а потом он с этим покушает это масло, начинает кружиться вокруг колонны. В доме его отца или мамы Ишоды находятся 84 колонны, которые сделаны из драгоценных камней. И он кружится вокруг этой колонны, поет, танцует. И в какой-то момент мама Ишоды слышит, что тишина. Куда это вот беспокойная камня подевался? Куда он исчез? И начинает его искать. So Krishna saw his own reflection in the pillar. This pillar is so glitter, more than shiny mirror. So seeing this, oh my goodness, who is this boy? I can make friendship with this boy. Then I can play with him always. Though my Dal Bhaiya is there, but he's not always with me. Sometime going to my uncle Upananda's house, Ohinanda, Sunanda, Nandan, I want one friend who is always with me. So how to make friendship? This thinking. So, Maya Jasoda, keeping very close, don't let you open, watching. Rupa Goswami being in trance, watching. What Gurudev told, I have heard. I am telling you are listening. Мама Ишода очень тихонечко вступает, выискивает, где же Кришна. И в это время Кришна затих. Почему? Потому что он увидел собственное отражение в идеально гладкой поверхности колонны, которая более гладкая, чем зеркало. И он, увидев себя, подумал, о, какой прекрасный мальчик, я хочу с ним дружить. Я хочу, чтобы всегда кто-то был рядом со мной, чтобы я всегда был всегда друг. Да, у меня есть брат, да, у меня есть Дауджи, но Дауджи не всегда со мной. Например, сегодня он в доме Упананды моего дяди, в другой день он в доме другого моего дяди, Абинанды, Нанда-Нанды и так далее. А я хочу, чтобы кто-то был, чтобы у меня был друг, который всегда со мной. И в этот момент Ишода подкрадывается и выглядывает. Кришна told, Толка, Толка, you will be my friend. Look, my mother has given me so many cloth, so nice, beautiful cloth, expensive. So if you want, I can give one pair. Maybe you are a little poor. How? Home? If you give any old brown cloth, no matter, I will take from you. So Krishna wants to give and want to accept. Dorati Prati Vrindati exchange. And Rupa Goswami watching this, and Mother Yashoda watching this. Итак, что происходит? И теперь Мама Ишода видит, как Кришна разговаривает с собственным отражением. А вслед за Мамой Ишодой за этим наблюдает в трансе Рупа Госвами. А это знает наш духовный учитель. Он также наблюдает. И он рассказал нам, и теперь я рассказываю то, что происходит вам. Итак, Кришна говорит своим отражением. О, я поделюсь. Я хочу, чтобы ты был всегда со мной. Я даже поделюсь с тобой. У меня, видишь, как красивый, наверное, со мной лучше здесь в Вриндаване. Я поделюсь с тобой, у меня есть еще одна такая пара хороших одежд. Я тебе дам. Во мне, на труп, может быть, не самое хорошее, что есть у тебя. Вот. Я подозреваю, это, наверное, не из очень богатой семьи. Rupa Goswami seeing this first time, he composed this slogan, Upada Samritam, Dadati Prati Vrindati Vijam Akhati Vichati Bhumte Bhajeda Chaiva Saravidha Priti Lakshanam. If you want to make friendship with others, the six exchange needed. First, Dadati Prati Vrindati. Krishna wants to give his new cloth, I want to take from him any other cloth. This is Dadati Prati Vrindati to give and to accept. Чтобы начать с кем-то дружить, очень важно обмениваться подарками. Об этом говорит Шрила Рупа Госвами в Шри Упадашамрите, 4-й шлоке, Дадати Прати Врindati, Бхутьяна Кэпи Причхати. Он говорит, если вы хотите развить с кем-то близкие отношения, теплые отношения, то первое, что вы должны сделать, подарить подарок и принять подарок от этого человека. And Krishna told, hey, do you know? Now Krishna is opening his heart. I am very expecting to be what I am brought. You cannot believe. None can catch me red-handed. I can teach you some trick. And if you know, you can tell your people, so I learn from you. Mother Yashoda is listening. Mother, bozo more. My son is so good thief. The nun can catch him, Mother Yashoda is listening himself, herself. And Rupa Goswami,
being in trance, he also listening everything. И вот Махамаришита продолжает наблюдать, слышит, как Кришна говорит своему отражению. Ты знаешь, секрет тебе скажу, я вам врач самый лучший вор масла. Да. Я тебя могу научить некоторым хитростям, когда ты делаешь. Во-первых, Кришна, если ты не тоже некоторым хитростям научишь. Махамаришита слышит это, понимает, мой сын лучший вор, он Вриндаван, самый смущенный. Его никто не смог поймать за руку. И за этим наблюдает руку Вриндаван. Satyaji, do you know what happened one day? One day, I went to steal butter. Early morning, there is some darkness. I enter somebody's, some Rajgopi's house, and he cut me red handed. Now I'm in trouble because she want to take me my mother. I told, you are not my Mahuchka. Why are you holding me? Gopi told, Krishna, forget it. Your mother never believed you are a thief. Today I am not listening any excuse. I must take you to your mother. Послушай, говорит Кришна, с отражением, я тебе расскажу одну историю, как однажды я воровал. Это было рано утром, еще было темно. Мы прокрались. Я прокрался в дом, в амбар. И вот, и меня поймала женщина, поймала меня за руку. За руку поймал прямо во время дела. Мама, Кришна, я тебя поймала. Твоя мама никогда не верила. Кришна говорит, почему ты меня схватила? Ты не моя мамочка. Ничего, зачем я тебе держать меня за руку? Надо тебе держать, потому что твоя мама никогда не верит, когда мы говорим, что ты воришка масла. Вот теперь я тебя поймал за руку, докажи это. It's not true. I try my level best. But that mother and Gopi not listening. Today must I take you to your mother. According to Braj tradition, if any married lady go out of their home, they cover their face. The nun can see their face. So she did so, and she hold Krishna, and put one very fine cloth top of Krishna, and she is going. He's not telling to his own reflection. Mother just was listening from the behind the door. Rupa Goswami being in Vrindavan, singing trance. Итак, что дальше видит Мама Яшода? И также в транс наблюдает Рупа Госвами. Кришна, разговаривая с отражением, говорит, и вот она меня поймала и повела к моей маме Яшоде. Почему? Потому что настолько раз ей говорила, и она не верила, теперь я ее поймала за руку, хотела принести доказательство, живое доказательство того, что у меня вор. И вот по традиции в Индии, когда женщина, замужняя женщина выходит из дома, она накрывает свою голову и лицо вуалью. Вот. И она накрылась, и также накрыла меня тонкой вуалью, такой прозрачной, здоровой, и повела меня к дому Яшоды. И как я не пытался, я никак не мог вырваться. After some time, he said, Mamuchka, you are so hard-hearted. How you hold my hand? I'm feeling so much burning sensation. My body is super soft, so fragile. That Gopi telling, Krishna, forget it. Now your mother house is coming close, so you're making excuse. Forget, I'll not let you go today. I must take you to your mother, Yashoda. Так, я предпринял еще одну попытку, Кришна рассказывает своему отражению. Я начал ей говорить, ваше сердце такое твердое, вы так больно схватили за руку, мне так больно, пожалуйста, отпустите, ослабьте хватку. На что она говорит, о, мое тело такое нежное, вы так сильно держите. На что это Гопи, то есть женщина врач говорит, Кришна, ты меня обманешь. Столько раз я пытался понять, теперь я точно докажу маме, что ты вор, я тебя обязательно в этот раз переверну. Krishna told, Mother, can you switch on my other hand, please? It's so much burning sensation. That told, yes, I can do that. Give your other hand first, otherwise you'll run away. Okay, no problem. There are so many sakhas, not going alone. All one sakha came, and Gopi hiding her face. Krishna, give her hand, give his hand, then Gopi hold the other
hand of the other Sakha. So Gopi going and Krishna switched up. Very silent here. Gopi is gone few steps, then Krishna turned there. He's telling other Sakhas, Rane Panya, Rane here. And Mother Yashoda watching everything. Krishna telling his depression and Rupa Goswami seeing everything. And Mother Yashoda smiling. Моя рука уже затекла, мне так больно. Да вы хотя бы руку сними. Да хорошо, ну сними руку, но тебе не позволю себе обмануть. Сначала ты мне дашь другую руку, я ее схвачу, а потом только я отпущу эту. Хорошо, хорошо. И Кришна делает. Друзья, потому что он никогда не ходит один, у него там за него, его молочня, его друзья. В это время другой подстраивается, рядом с Кришной и протягивает Гопи, эта женщина протягивает свою руку, она ее впадает, думает, что рука Кришна. Кришна освобождается. Под вуалью тихонечко стоит, идут дальше. Уже не с Кришной она идет, а с его другом идет. А Кришна поворачивается, все друзья. And Krishna also ran to backside and enter his room and going there. He pretending like he is sleeping in his room, taking this. Mother Yashoda chanting yoga. Govinda Dhamo Dharamata Veti. Govinda Dhamo Dharamata Veti. Govinda Dhamo Dharamata Veti. Mother turning yogurt. And now Gopis came close to Mother Yashoda's house. Yashode! Oh, Yashode! Mother thinking, oh, what shall I tell my Sakhis? Why is it they came early morning harassing me? My Lala is sleeping, he will get up. Итак, Кришна сбегает, прибегает быстро домой, ложится в свою постельку и делает вид, что спит. В это время мама Яшода пахтает йогурт, чтобы получить сливочное масло, и поет этот кирхен, говорит, дамо, дарамада, летит. В этот момент подходит женщина, которая думает, что она ведет Кришну, пойманного за руку, воришню Кришну, которого поймала за руку. Она подходит и стучит об ворота. Яшоде! Она еще не думает. Ну вот, как это так рано пришел? Она теперь разбудит моего сынишку. И она в конце концов подходит к воротам. Krishna telling all this fact to his own shadow on the reflection. Mother Yashoda are behind the door listening. Rupa Goswami being in broad in Vrindavan, in trance is watching everything. Then Gopi, Krishna telling no reflection. Then, oh, Yashode! Yashode! Mother told Bozo, Moy. What shall I do now? Mother came and not opened the complete door. Only little open. Krishna, Maya, bhog lagi. Maya, bhog lagi. Maya, mother, I am hungry. Mother said, heart? Krishna is calling me. Mother told me, my dear Sakhi, what happened? My Lala will get up? Yes, your Lala is very innocent. He will get up, not get up yet. Итак, то, что я сейчас рассказываю, свидетелем этого голоса, мама Яшода, она слышала, как Кришна это рассказывает в собственном отражении. И за этим всем наблюдал Шри Рупа Госвами, весь во Вриндаване, в состоянии транса. Итак, соседка мамы Яшоды подходит к ее двери и стучит: Яшоде, открой дверь, Яшоде. Мама думает, боже мой, придется подойти. Она подходит, и в это время Кришна якобы просыпается, начинает плакать перед глазами. Мама, я голодный, я есть хочу. Она слышит его голос, понимает, что соседка, ее подруга, разбудила ее сынишку. И она приоткрывает дверь, не полностью, а чуть-чуть спрашивает: зачем так рано утром пришла? Ты разбудила мою сынишку, ни свет, ни заря. Да, я разбудила твою непостелую сынишку, ни свет, ни заря. So, Krishna know what happened exactly, how he killed that Gopi. So, Krishna telling his reflection.
Then Krishna came, calling Mala, pulling cloth. Maya Bhuglaji. Maya Bhuglaji. Dasara telling, oh Sakhi, what happened? Sakhi told, today I caught your son red-handed. Really? Yes. And Mata Dasara opened little more door. Okay, you can show my Lala. Then Gopi took cloth off. Bozo Ma, you? Yes, Mamuchka, you brought me here. That Gopi brought her own son. И вот он объясняет дальше, что он подходит, пока мама еще разговаривает со своей подругой через щель дверную щель, вот это Кришна подходит к своей маме и говорит, мама, мама, я хочу кушать, дергает ее за сайт. Вот. А его не видно, он за воротами, потому что мама еще говорит через щель, то есть это Гопи, эта женщина не видит Кришну. И она говорит, ты не верила мне, что твой Кришна вот, а вот сегодня я его поймала и привела тебе, я его поймала прямо за руку. Да, ты его поймала, и еще приоткрывает дверь, да, ну-ка покажи, ну приоткрывает, но не полностью, конечно, не видно, ну-ка покажи моего сына, и она поднимает вуаль, и тут, боже мой, это же мой сын, да, мама, ты меня схватила за руку и привела сюда. Это оказался ее собственный сын. Mother Dasara door now completely open. Krishna telling his own reflection in the pillar. Mother Dasara form a distance watching. Rupa Goswami watching in his trance. Mother, what can I do that boy tell me? You dragged me here, so I came. Then Krishna told, Maya, Mamuchka. Krishna came in front, telling, Mamuchka, look, all of your sakhis always telling lies. Suppose I am not here, if I go in here, you may think, oh, why all gopis are complaining? Like, Maya, look, I am so innocent, I don't know. So tell your sakhis, they should not complain against me. Then Krishna came in back of Mother Yashoda and showing that gopi. Мама Яшода слушает, как Кришна во всем неосознанно признается, когда рассказывает о своем своем отражении. И в это время Рупа Гасами, где состоит транс в Вриндауне, также становится свидетелем этой сцены. И вот Кришна говорит дальше, как все было. Когда эта женщина открыла вуаль и убедилась, что там на самом деле сын, он спросил, что ты тут делаешь? Мама, ну ты ж меня схватила за руку и привела сюда, я пришел к тобой. Куда ж мне было деваться-то? Вот. И в это время Кришна выходит из-за ворот, становится невидимым для этой женщины и говорит, мама, видишь, все они врут, все они, которые тебе на меня договаривают. Я на самом деле здесь, они говорят, что я где-то в другом месте, вот как сейчас прям. А потом он отходит за спину мамы Яшоды и показывает пальцем, вот и видишь, я приучил. Кришна again, come to Mother Yashoda. Maya, we have so much butter. You can give to your Sakhi, mother. If I hungry, I take anything. Do you think I am a thief? Small boy, his mother not feeding full stomach. What hair will go? He has taken some butter for harm. Please tell your Sakhi. She should not behave with her own son like this way. Telling is not touching Mother Yashoda's chin, coming back Mother Yashoda. Mother Yashoda could not see how Krishna teasing that gopi. Again Krishna coming and telling Yashoda. И вот снова Кришна появляется перед мамой Яшодой, то есть выходит за спины, говорит, мама, ну то есть он делает вид, что он маленький такой вот простой, послушный сынок. Похоже, что, если я правильно понял, что если ее сынок голодный, что она ее на нас пускает? Она кормит его маслом. Зачем так, так сказать, быть такой строгой? А потом снова заходит в спину. То есть показывает, что я тебя проучил. Показывает ей глупость за спиной мамы. Дразнит ее, да. Again, Krishna came in front. Mamuchka, you are so broad-minded. Being your kingdom, how they behave so miserly? Please tell them,
they have to be generous for their own children in coming back. Потом он начал выходить из бабки за спиной мамы и шел. То есть он не показывает, как он грязит его, а потом ходит и говорит: «Мамочка, ты же царица в Радже, а они твои подные. Пожалуйста, научи, как быть добрыми и щедрыми, да, хотя бы по отношению к своим детям». А потом заходит за спину и показывает вот так и вот. And Krishna telling us all this to the person. Do you know some tricks? Then you can tell me. I am opening my heart, you can tell me. Krishna is telling his own depression. Mother just a bozo, no. My son is so big thief. He's telling his own self. Now I understood why gopis are complaining to me every day. А потом Кришна обращается к своему отражению и говорит: «Я тебе рассказал свою историю, свой способ росла. Теперь ты поделись, а скажи, какие хитрости, как ты это делаешь?» Он уже думает: «Боже мой, так мой сын большой воришка масла». Недаром гопи жаловались на него. This is Guncho Makhati Vichati. Have to tell any confidential thing and have to listen from him. So Rupa Goswami is listening and Mother Yashoda is watching. No, I have to make friendship. Bhumte bhajate chaiva. Now, have to feed him, have to eat something from him. Krishna told, my dear friend, look, my mother makes so fresh, so sweet butter. You can eat something. My mother is so generous. I go again and bring handful again and again. I can feed as much as you want. And if you something, you can feed me. Процитируемым Махараджем Шлоки, когда ты говоришь гухьям, а всякие причины, говорится, что нужно раскрывать свое сердце, говорить сокровенно и дослушать сокровенно. Это также два метода, как сделать отношения к близким. И, наконец, в конце говорится еще две рекомендации. Угощать и принимать угощение. И теперь, конечно, чтобы завести дружбу с этим мальчиком, он говорит: «Гляди, у меня в ладошке очень вкусное ароматное масло, которое приготовила моя мама. Это самое лучшее масло. Пожалуйста, угощайся. И ты можешь мне также угостить». So, because Krishna talking his own reflection. If you see in mirror your own reflection, your right hand look like left hand, left like right hand. What pose you do, you can see same pose. So Krishna is doing. What kind of naughty boy is this? Rascal? I want to beat you also, want to beat me? I will not make you friend. So he's like a monkey. When he saw the mother, Yashoda could have checked. From there laughing so much, and Rupa Goswami laughing so much. Bozo more. Why mother laughing? Oh my goodness, this is my reflection. Run, mother Yashoda, let's go back, it's no old face. Итак, когда человек стоит перед зеркалом и видит свое изображение, отражение, что происходит? Если он двигает правой рукой, а его отражение двигает левой рукой, соответственно. Если он двигает левой рукой, отражение двигает правой рукой. То есть, соответственно, зеркально отражается, да. И вот он в конце концов начинает понимать, что тут не так. Я предлагаю ему, я ему протягиваю, хочу угостить, и он меня протягивает тоже кушать. Он думал, что-то не так, что-то тут не то. И в это время мама Яшода уже не могла сдержаться, начала смеяться. И когда Кришна услышал смех, мама до него дошла. Это же мое отражение. Ему стало стыдно, он спрятался под двойным мужем. Seeing this pastime, Rupa Goswami Pada composed slok, dadati pratigrinnati, guhyam akkhati pichyati, bhunte bhajayat chaiva saravidha pritilakshanam. If you want to develop your love and affection with devotee, have to do six exchanges with devotee. If you do these six exchanges with a scoundrel, gangster, then you will be like a gangster or like a thief. Depend how you use this. Итак, четвертый шлоки Упанишанты Шрила Рупа Госвами рекомендует ему говорить: «Дадати Прадигрина Тигатьяма Кетти Пришити Бунте Боджитеша Дуна». Саравидха Притилакшанам.
То есть это, эти шесть видов обмена – это признаки близких взаимоотношений, исполненных любви и теплоты в сердце. Если вы хотите с кем-то развить дружбу, нужно действовать так. Если вы будете дружить с хорошим человеком, хорошие качества проявятся в сердце, если вы будете таким образом обмениваться с бандитами, гангстерами, и всякими родами, вы станете такими же, как они, благодаря этому методу. This is Govinda Damo Dara Madhaveti. Angaskaranda Manjali. This is Govinda Damo Dara Madhaveti. So, do you like this? This pastime of Krishna? All of you, what do you like this? Very much. Always devotee has some problem how to control our mind. When you chant your Harinam, remember, make it upon all this work. Where mind will go, cannot run away. This is the easiest process to control our mind. Преданные часто жалуются, как мне совладать своим умом, когда я повторяю джапу, он убегает в ненужные места. Тогда помните эти истории, когда повторяете святое имя, медитируйте, размышляйте над смыслом таких шлок, как когда дать пролегрить на тих бухьянах и дикачки, вот таким же способом, как я что-то рассказал, тогда ваш ум будет всегда в мире Кришны, в мире Кришны. Это самый легкий способ управлять умом. I am very happy you like this, which I heard from Gurudev. I present to you, all credits will go to Srila Gurudev Lotus Feet, not to me. Все, что я рассказал, то, что принесло вдохновение, принесло удовлетворение, это не моя заслуга. Все заслуги принадлежат моему духовному учителю. I am requesting you all that there are so many families has come. Every year you can make one devotee. Not one person, one family. Some family like Ananda Manjari Sochi Sutta, their mother, like Venu Gopal, Hindu Mukhi, Krishna Das, Damayanti. There are so many couples are here, so many families are here. Every year make one devotee. Then Gurudev Sangha will spread out. Can you do that? Raise your hand, who will preach and make more devotee. Very good, very good, I'm very happy. Здесь присутствует очень много пар, то есть семей, которые пришли с Гопи, честно, например, Ананда Манджари, у него здесь есть ее родственники, вот, а здесь есть Кришна Дас, Дамаянти, Вену Гопал и другие, есть много семей. Пожалуйста, в следующий раз сделайте так, чтобы каждая семья привела по одному преданному. Это же несложно. Out of all, Dharanidhi Prabhu is very qualified because he knows Siddhanta and can preach very easily. He can more devotee than other. I'm requesting him to make more devotee and spread Gurudev mission. А те из вас, кто очень опытный, звание Сиддханты, очень опытный в преданном служении, они смогут привести очень многих преданных. Да. I am requesting Venu Gopal Prabhu to thank everyone. Сейчас я прошу Вену Гопала назвать имена преданных, которые приняли участие в организации фестиваля, чтобы мы могли их поблагодарить. Tomorrow 12:30 I'll depart from here. About 10:30 I'm come to meet everyone. After that, meeting little question. I go back, take prasad, pack my luggage and depart for India 12:30 midday. Завтра день моего отъезда, поэтому завтра в 9 часов мы придем на полчаса, потому что после этого просад и в 12:30 они уже вылетают, да? Вообще вылета в 4 часа, но в 12:30 отсюда будем отъезжать. Я прежде чем хотел поблагодарить тех, кто принимал активное участие в этом фестивале, я хотел показать вот такую книгу, называется «Таная Вариса Масла». Это некоторые виллы были из этой книги. Если только у этой книги нет, можете подойти и эту книгу приобрести. Также я хотел сказать, что высшее сокровище Шрила Гурудев, кто еще не успел приобрести, пожалуйста, приобретайте. Книга очень удивительная, также можете получить автограф Шрила Бхактинатха Мадхава Махараджа. Прежде чем поблагодарить активных участников этого фестиваля, я хотел поблагодарить первого нашего
нашего почетного гостя и руководителя этого собрания, Шрилу Бхактивиданта Мадхава Махараджа. Если бы не его... Если бы он нас не вдохновлял, этот фестиваль бы, конечно, бы не состоялся. Это, на самом деле, это вдохновение, оно очень, так сказать, оно очень безумное, скажем так, если так это можно выразить. И мы все это чувствуем. Я хотел сказать, что многие, которые нас смотрят на Шрилу Бхактивиданта Мадхава Махараджа, ученики нашего Гурудева, они начинают невольно плакать. Потому что мы видим в его облике нашего Гурудева, Шрилу Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. И если вы все помните, наш Гурудев всегда ходил, опираясь на плечи Шрилы Бхактивиданта Махараджа. И таким образом хотел показать нам и всему миру, на кого он опирается в своей международной проповеди в этом мире. Очень много знаков оставил тогда нам наш Гурудев. Только сейчас мы начинаем это понимать. Вот. Шрила Мадхава Махараджа никогда не ездил самостоятельно в турне, всегда был в тени нашего Гурудева. И только почему? Потому что он являлся его самым ближайшим сиотом. Эти личности, они не из этого мира. Если мы будем думать, что он один из Махараджи, это неправильно. Такие личности, хотя и похожи на нас, но они являются из трансцендентного мира. И сейчас такая личность перед вами находится. Наш Гурудев, Шрила Бхактивиданта Нараяна Махараджа, мог уйти намного раньше из этого мира. Если только благодаря огромной любви Шрила Бхактивиданта Мадхава Махараджа, он еще долго оставался в этом мире, даровал нам свое трансцендентное общение. Очень многое можно говорить о такой удивительной личности, как Шрила Бхактивиданта Мадхава Махараджа. У нас, к сожалению, очень мало времени. Вот. Я приглашаю всех на программу, которая у нас будет проходить, будет так и называться «Высшее сокровище Шрила Гурудева». Мы будем изучать эту удивительную книгу, вот, и вместе под руководством Шрила Бхактивиданта Мадхава Махараджа будем духовно прогрессировать. Многие из вас приняли посвящение у его божественной милости. Кто-то получил шикшу, кто-то дикшу получил, кто-то харинама инициацию получил. Этот фестиваль очень необычно проходит в 4 городах России. Это Москва, Питер, Пермь и, наконец, Новосибирск. Некоторые из вас проехали 4 города. Я вижу на их усталость. Но, тем не менее, вы очень счастливы, очень удачливы, что вы, как сказать, достойным образом слушали эту удивительную харикатку. Такую харикатку слушают даже полубоги, ангелы. Я не удивлюсь, что сейчас в этом зале эти божественные личности присутствуют. Они дают нам все свои благословения, чтобы мы могли дальше духовно развиваться. Я хотел зачитать имена тех, кто принимал участие в этом фестивале. У нас, во-первых, я хотел поблагодарить Индумуки Адиди. Если бы не ее вдохновение, мне было бы сложно что-то организовать. И также у нас еще есть маленькая Индумуки. Похоже на него какой-то силой. Взяла на себя очень огромный объем, как сказать, служения, севы. Вот. Не спала, наверное, не ел, и только занималась севой. Вот. Она мне милостиво составила этот список, кого необходимо поблагодарить. Во-первых, мы очень благодарны Снехаласе Деде. Она явилась генеральным спонсором этого фестиваля. Вот. Огромные. Если я назову сумму, многие из вас в осадок выпадут. Тем не менее, так.
Только на 1% у нас его входит, ушло не меньше 50 тысяч рублей. Аренда зала около 40 тысяч. Еще весь фестиваль находит в районе 200 тысяч. Поэтому очень благодарны, конечно, нашему генеральному спонсору и всем остальным спонсорам. Кто ли в той или иной мере все каким-то образом вкладывались и помогали финансово. Мы хотели бы поблагодарить Шри Адвайту и Зуфу Диадвайту. Тоже всем занимаются, да. Вот, на Валатику едем. Очень странно, не почитывайте. Вот, Инду Прабху в Красноярск. Да, она уже уехала, да, она тоже очень приятна. Кстати, я хотел сказать, что многие наши преданные ученики Шримад-Бхактивинода Махараджа, они получили инициацию по скайпу. Только впервые они здесь встретились со своим Гурудевом и увидели его. Многие из них активно включились в служение. Например, там в Москве активно служили там Ачюта Нанда Прабху, который приехал там из Киева, там Судева Прабху. Конечно же, в первую очередь, я со Свиньей Диди. Где у нас? А, вот я соседи, да. Что-то мы, как говорится, слова-то не заметили. Конечно, я. Самое главное. Я соседи взял на себя огромный фронт работы в Москве. Здесь она у нас там большая команда, а там вот в основном всю работу проводила я соседи. Мы смотрели на нее, старались ей каким-то образом чем-то помогать всем, чем могли. Вот. Ну, кто был, помнит это видео. Ну, конечно же, в Питере там это Индумофан Прабу, в Перми, где Махабала Прабу, где у нас Махабала? Махабала Прабу организовал такой удивительный концерт, если бы вы видели, это вообще было что-то нечто, это вообще. Особенно в конце, когда они все пели «Галока», волосы бегом вставали. Вот. Значит, кто у нас есть? Анурадха Диди. Где у нас Анурадха? Анурадха Диди красиво поет. Мы его называем певицей из Вриндавана. Она еще много чего еще из другого может. Там много людей привела новых. Вот. Она может быть хорошим проповедником. Вот. Вообще, у меня много действительно удивительных, замечательных качеств. Вот, у нас еще есть Анупам Прабху. Где у нас Анупам Прабху? Нет Анупам Прабху? Тоже стоит. Все знают, да, Анупам Прабху? Юти, где у нас Юти? На самого начала, когда мы объявили о том, что в мае месяце еще... Значит, в конце апреля, в мае месяце объявили, что будет проходить фестиваль, она взяла на себя целый огромный список служений, около сразу 10, она, это люди сказали, ну так же, не дам она полизировалась, чуть-чуть подарить себе его тем не менее, она очень активно занималась служением. Конечно же, наша удивительная певица Ананга Манджари. Ну, кроме того, что очень красиво поедет, еще хороший вчера Ягер видел. Всем понравилось Ягер. Надо Манджарики и Но... Алья, алья! Вместе с Кирсофей. Таруни, где у нас Таруни? Все гирлянды, все остальное, это все на Таруни было. Ишура Пури, где у нас Кришна Гопал, где Кришна Гопал? Панмини, снимала все, я надеюсь, это все хорошие ролики мы видим. Акилеш, где у нас Акилеш? Нет. Это, конечно, будет на следующем фестивале у нас. А,
Паруни и Шачинана Прабу. Вчера молодая пара Шачинана Прабу. Где Шачинана Прабу старались? Паруни и Шачинана Прабу. Паруни и Шачинана Прабу. Гаура прия. Гаура прия. Кокулу Таруни. Кокулу Таруни. Ананда мама отвечает. Это Ананди Кришна. И кто такой, как еще один Ананди? Такой Ананди. Всем огромное спасибо. На самом деле все, кто служит такому фестивалю, получают очень огромное сюрпризы. Ну, конечно же, все, кто слушает, те, кто приводит людей, потому что фестиваль очень необычный. Там главное, да, бхакти. Выше, как я сейчас говорю. Шри Шримад Бхактивинода Сарасвати Махараджа ки джай. Шримад Бхактивинода Сарасвати Махараджа ки джай. Шримад Харали Хара Прабху ки джай. Шримад Кришна Прабху ки джай. Шримад Дамаяти ки джай. Шримад и Шримад и Шримад ки джай. Hare Krishna. Venupal did good effort, so I am giving a girlanda to him. And so Srila Gurudev ki jai, Guru Maharaj ki jai, Ruski Piyadini ki jai, Russian Festival 2014 ki jai, Srila Purigasai Maharaj Swami Bhakti ki jai, Sri Malankari Bhakta Vrinda ki jai, Again next year festival ki jai, Naidu Puspanjali, Srila Purigasai Maharaj, then Arati and Prasad. Puspanjali and some same time is called Arati. Ананта Кришна Прабху, подойдите, пожалуйста. Всем раздайте цветочки. Скар Арати also. Подведите, пожалуйста, к Махараджу, он раздаст просад сейчас всем. До того, как будет дарить, он раздаст просад всем. Очень сладости вкусные, подходите. Не упустите шанс получить Visakha Pankamaramo.
How many devotees have come? Сколько из преданных приехали? Из Кебенова сюда? Ten devotees. This is for your group. Сладкий шарик, да? Нет, не вернусь. Эй, да, помогите, да? Эй, давай посыпай. Нет. Anybody else? Арати! Арати, арати, стан, арати! Thank you.
भक्ति प्रबोध पुरी गोस्वामी महाराज शिव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय नित्यला प्रविष्ट परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय नित्यला प्रविष्ट जगत गुरु सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की नित्यला प्रविष्ट परमहंस गौर किशोरदास बाबा महाराज की नित्यला प्रविष्ट सच्चिदानंद होकर ठाकुर की नित्यला प्रविष्ट वैष्णव सर्व जगन्नाथ दास बाबा महाराज की गौड़ीय वेदांत आचार्य भास्कर गुरुदेव विद्यावसन प्रभु की जय श्री सनातन भट्ट रघुनाथ सिंह गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर गोस्वामी प्रभु की प्रेम से कहा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की सर्वतम नारायण गौर पार्षद बिंद की जय ऋतुदीप कुलदीप रुद्र दीपात्मक नवदीप धाम की जय श्री राधा कृष्ण गौर गोपी गौर गोवर्धन दास नाथ ब्रज मंडल की चार धाम चार संप्रदाय चार आचार्य की रामाचार्य हरिदास ठाकुर की महाभगवत प्रहलाद महाराज की मोहन मंगल करी आत्म कल्याण करी जीव धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की हरि नाम कृष्ण नाम प्रभु की सर्व विघ्न निराशन करी भगवान नरसिंह देव की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की चेतन चेतन चेतामृत की हरि गुरु वैष्णव की आखर मठ रस चैतन्य मठ की श्री श्री केशव जी गौरिया मठ की श्रवण बिहारी गौरिया मठ की अनन्य शुद्ध सनातन भक्ति प्रचार केंद्र समूह की जय विश्व वैष्णव राज सभा की घोर पाताल की जय पुत्र त्रिंचे भक्तिदांत माधव श्री महाराज की अनंत तिगंडी पाद गण की जय उसकी प्रिय दली की अनंत कटि वैष्णव वृंद की समवेद भक्त वृंद की जय धर्मेंद्र प्रभु की और वेणुगोपाल प्रभु कृष्णदास प्रभु और रुष्प्रियदनी की गुरु महाराज की प्यारी गौर प्रणाम ओम वृंदाई तुलसीदत्तवरी यावी केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः ठाकुर की जय